здравствуйте, друзья. Вы все, кто так подумал, ошиблись. Я сегодня про станок, про его устройство, про его красоту, про его полезность рассказывать нифига не буду. Я вам расскажу про устройство ЭТТД токаря. Судового, хренового своего. Вот видите, вот в этой части у нормального человека находится мозг. Мозг. У токаря судового стружка. Вот здесь вот. Ну не важно, стружка он думает. Но в этом месте, вот в этом месте, на котором хранится стружка, он носит шапку и ест. Вот дальше идет, значит, туловище, это манипуляторы. Манипуляторы, вот он ими вот берет, все это вот крутит, манипулирует. Вот дальше идет если у нормального человека это живот или пузо, а у моряка это грудь. Все, что выше колена, это грудь. Но поскольку точило судовой, который хреново на свой, относится к морякам, у него это грудь. Это грудь, она подчеркивает авторитет и пользу. И еще стаж и много еще чего подчеркивает грудь. Вот. От чего она появляется, я точно не знаю. Но у меня пиво. Я раньше любил, очень любил пиво. Сейчас я его не люблю. Я уже сколько? 12 лет не пью пиво. А водку 18. Поэтому я такой худенький. А, это ходули, я ими хожу, вот гуляю, представляете, гуляю. Я хорошо гуляю. Итак, я вам рассказал устройство точилы судового, которое идет в комплекте со станками. Токарным, ризом. Еще разными станками. Короче, точило судовое – это техническое устройство, которое, биотехническое устройство, которое придано обслуживать вот эти станки. Спасибо за внимание.